Кто у нас здесь? Никита, Настя и Маша. Что вы делаете, ребята? Машина! Да, у ребят сегодня произвольная модель. Смотрите, они уже сделали вот такую машину, которая сама ездит. Никит, покажи, за счет чего она ездит. Что у нее тут? За счет резинки. Да, привод у нее такой резиновый. Вот, и сейчас мы будем программировать датчик, чтобы она сама останавливалась. Так, Гордей. Гордей, Валерия, что вы делаете? Покажите. Да, у ребят сегодня произвольная модель. Они попросились, и, в общем, у них тут идет процесс. Да, Гордей? Да. Все отлично, и у Валерии тут вообще красота. Так, хорошо. Захар, что у тебя сегодня? Посадный модуль. Что? Посадный модуль. Да, у Захара посадочный модуль, уже он почти готов. Смотрите, какая красота. Ну, еще много слайдов, но Захар умница, хорошо работает. Так, Тимофей и Боря, что вы собираете? Кого? Самолет. Какой самолет? Это X-Wing из «Звездных войн». Парни, вы че? У них будет этот X-Wing сам приводиться, потому что, видите, тут вот датчик наклона стоит. Он будет крылья готовить в боевой порядок, чтобы лететь и потом складывать, как для посадки. Так, окей. Девушки, что у вас? Аня, Милана, Эля, Милана. Так, у девушек тут, как обычно, смотрите, расцвело уже дерево. Милан, это кто? Медведь. Это медведь. Ну, все же знали медведя, да? Так, что тут у вас еще есть? Это речка. Речка, отлично. Элечка, это что там? Анечка, покажи, что у тебя там. Ты показывала классное изобретение. Что это? Игрушка. Что это? Это игрушка для зверей. Игрушка-головоломка, чтобы развивать интеллект зверей, да? Так, а это кто? Это я делала, русалочка. Русалочка. Все узнали русалочку? А, кстати, вот...